Дисклеймер. Привет, я третий. Я продолжаю проходить игру «Чаша голова». Это значит новые уровни, новые пытки надо мной. Это кошмар, сколько я нервов на эту игру уже потратил, а прошел всего лишь 22%. Я помню, тут еще монетка какая-то стояла. Давай с этой начнем. Елки-палки, чтоб я еще раз свои кровные доверил банку. Насколько я знаю... Дьявол и там все заправляют. Им там все заправляют. Не видать мне моих бабок, лучше я устрою пару нычек. А если кто-нибудь найдет пару монеток, ну, значит, молодец. А вот так-то. А биться я не могу, да? С ним. Я думал, это какой-то босс новый. Ой, назад. Ну, так, уберись ты. Ну ладно, наверное, вот это босс. А, нет, это просто обычный уровень. Но все равно, я по три либо... боссы все-таки. Да тут... Только потому, что я тот... Так, так... Блин... Да... Блин... О! О. Блин... Них... Ай, блядь, чуть... ну все, я просто, потому что тут пол... Я могу... Блядь, видишь, я... Успеваю выбраться, ни разу... А ну... Давай, давай, давай... Сейчас попробуем вот так с тобой... Все, вот так вот должно быть нормально, вот... А, ну да. Да-да-да-да-да-да, я совсем забыл. Да, твою мать, я забыл про суперудар этот. Ёб твою мать, а. Надо же было про него так забыть вообще. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да-да-да. Да-да-да, и вот так вот просто сделаем. Так, вот так сделаем, да-да-да. Прыгай. Хоп, есть. А теперь этот оставим. А то тут урон на зеленом слабенький. Да-да-да. Вот так, так-так-так-так, да-да-да-да. Если с такой атакой я продержусь еще. Нормально, нормально. Можно с таким, наверное, держаться. Так, да-да-да-да, давай, не-не-не, не добежишь. Нет-не-не-не, не донесешь, не-не-не. Так, отлично. Ну, это хотя бы нормально так действует, нет? Да, это нормально так действует. Все отлично. И теперь, наверное, вот здесь тоже можно вот это спокойно использовать. У него выстрел намного чаще. Так, отлично. Так, и мне опять не повезло. Тигр. Ой, как я не люблю вот эти вот любые атаки его. Так, давай. Оп. Давай, так, так, так. Да-да-да. Нет, я понял, только этот... Только я зеленый буду на третьем боссе использовать. Только зеленый. Ага, бык. Ну, здорово, сука. Опять бык, конечно. Что же еще? Ну, да, конечно. Ага. Да-да-да-да, ага. У-у-у. Я надеюсь, быка третий раз не будет, потому что бык — это вообще жесть. Спасибо, хотя бы змея. Да, змея сойдет. Давай, вот так. Вот так тебе. Вот так, сейчас они должны ускоряться. Давай, вот так. Все, есть, отлично. Давай-давай-давай. Есть. Только не бык, пожалуйста, только не бык. Сука, бык. Ну, пиздец мне. Серьезно? Серьезно, я прошел. Охереть, я вообще не ожидал. С одной хпшкой прошел. Ты понимаешь, какой пиздец сейчас был? Я прошел два быка. Охренеть. Ух, мастерство две звезды, естественно. Это с минусом пошел в задницу вообще. Такая жесть. Да, и тут мостик отлично появился. Ага, Риби и Квак. Хорошо. Ну, побежали. Тут я не могу зайти, да? Не могу. Хотя, может, тебя я тебе смогу атаковать, нет? Нет, нельзя, да? Я понял. Хорошо. Но он мне намекнул, что тут можно где-то типа монетку откопать. Но где, я не знаю. Пошли еще посмотрим, кто поблизости есть. Так, этот уже был. Это я уже был. Это я тоже победил уже. Я что, столько уже прошел? Нифига себе, прикинь. Ого. Ого. Вы получили золотую монетку. В смысле? Как это? За что? Я не знаю, за что. Как туда, на нижний попасть? Ладно, на нижний давай попадем потом. Сначала давай вот это вот. Дом кубика. Опять босс. Не понял.
А почему в него не стреляется? А, да? Вот это да. Неплохо у тебя вышло с должниками. Теперь можно и на другой остров перебраться. Там тоже найдется работенка. А. Это просто... парни, погодите. Уф, хорошо, что я вас догнал. У меня есть план, как вам выбраться из этой заварушки. Правда? Ну же. Ваша сила растет. Скоро вы сможете одолевать даже шестигранного короля. А там и самого дьявола. Правда сможем? Честное слово, но пока вы не соберете все договоры, дьявол вас близко к себе не подпустит. Только как вам удастся обыграть судьбу в кости и победить, когда наступит момент, не зевайте. Вот это, конечно, вообще пиздатый совет, ага. Здорово. Но я в предыдущий... Нет, перейти на Чернильный остров один, я тут еще не все освободил, помнишь? Вон, у меня есть какой-то музей тут. Я музей еще не получил. А ну, спуститься вот так вот. Музей, музей, музей. Я не получил музей еще, вот он. Как мне его получить? Ага. Не, а как мне его получить, смотри. А, то есть тут можно все-таки как-то пройти, да? Да, смотри, можно. Ну вот как раз двое, рыбка и вот этот музей. Я пол... дух, извините. Постой-ка, ты что, живой? А я тебе чуть ли было не перепаривала. Чего? С духами только так и получается. С духами только так и получается справиться. Стреляй по ним бессмысленно, а тела-то нет. Но хоть ты и не дух, извини все равно. Хотя тут всякие рыбу пугают. А, с ней биться не надо. Хорошо, ладно. Мавзолей, мавзолей? Бля, что ж, битва с Лениным сейчас будет. Топ. Ты умер. В смысле? Валяй отсюда, слышишь, вход в границу только для духов. Помоги. Не понял, о чем мне сделать. А, нельзя, чтобы они добирались до этого, помнишь? Понял? Да. Все, я понял. Значит, сейчас тупо прыжками надо будет с ними справляться. Понял? Вот так вот. Все, я понял. Но это вообще не сложно, слушай. Это вообще как на дурачка рассчитано. Тю, первые два раза проиграл только потому, что я не знал, что делать. Даже не догадался. Все, теперь вообще элементарно будет. Да, вообще легко, тю. Вообще, скукотища. Я думаю, я сейчас пройду. С типа первого раза. Да в смысле? Я в него раза три попал, ты видел? Я три раза возле него был и нажимал три раза тоже. Что за прикол вообще? Чу, что за прикол? А ну. Ну. Все правильно, когда ты возле него нажимай этот пробел и все. Почему оно не работало? Я не понял. Тю, как я... А тот что прошел вообще, нечестно. Я его три раза ударял, он все равно прошел. Это нормально вообще, схему придумали. Обманули обычный народ, нормально. Так, давай, ладно. Дальше побежали. Оп, давай, давай, теперь ты. Следующий, хоп. Есть, давай, 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 давай. Есть. Сколько вас там еще будет? Все, это легко вообще. Главное, чтобы кто-то... А, видишь, вот этот вот... Старичок, он вообще маленький призрак этого старичка. То есть у него еще попробуй попади. А дальше что? Все? И все. Да ну нет, сейчас какой-нибудь босс, да? Ох, приятель, даже и не знаю, как тебя благодарить. Где мои манеры? Я же даже не представилась. Меня зовут Золотая Чаша, приятно познакомиться. Я шла по следу магии, когда меня пленили эти жуткие призраки. К слову, магия, вот прими сей скромный дар, он поможет тебе в пути. На Чернильном острове полно старых гробниц, вот я и думаю. Че это она мне дала? Доступна новая спецатака. Я еще с первой не выучил спецатаки. Ох, божечки, не забывай, что суперспособности необходимо экипировать, прежде чем использовать. Да, я помню, спасибо. Спецатака, давай, вот, первое. А вы спускаете разрушительный луч, бьет только по горизонтали. Хорошо, без проблем. Не-не, отключи. Все, получается, там можно засчитывать за второго? Наверное, да, можно засчитывать за второго. Теперь побежали на Чернильный остров. Этот я полностью освободил уже, да? Да, этот я уже полностью вдоль и поперек освободил. С тобой я просто общался, да. Все, побежали дальше. Чернильный остров. Да, да, вообще, красавчик просто. Интересно, сколько тут всего островов? Ладно, побежали, посмотрим, что тут вообще есть. Так, вы что дрожите?
От нашего квартета осталось только трое. Без четвертого мы играть не можем, только соображать на троих получается. Дай знать, если найдешь где-нибудь. Понял. Давай здесь. Это именно пирамид. Это что, босс или опять уровень обычный? О, это босс. Ох, ни хрена себе. Опять самолетик? А, ну этот пока не сложный, смотри. Ого. Ого. Но пока все равно не сложно, видишь? А, все равно попал, ах ты гад. Не понял. Это что это сверху и снизу рамки появились? В смысле, я не понял. Не понял. В смысле? Это, то есть надо обязательно суперудар использовать на того, да? Походу, да, на того. Что это такое, слышишь? Это было другое. Только что было другое? Ты чего делаешь? Ты чего наделал? Ты мне 2 хп снял? Смотри, он просто мудак какой-то. Вот, зашибись, и что мне с этим теперь делать? Может, тупо зеленое надо сносить? Не понял. А, может, по ржущему надо было стрелять, да? Наверное, потому кто ржет. Давай-ка попробуем еще раз. О, ножи, отлично, к ножам я уже привык. Да, блин. В прошлый раз их было 3, почему их сейчас 4? Да вы че, вы серьезно? Не-не-не-не, не попадешь. Опа, хорошо. Так, отвлекся, отлично. Так, теперь, я так понимаю, надо по нижнему все-таки, да? Потому кто ржет, точнее. Да, есть. А, ну да, здорово, понял. Эти палки мне не мешают, мешает только это самое лезвие. Само лезвие только мешает. Ни хрена себе. Ладно, хотя бы 2 уровень был легкий с призраками. Давай, давай, давай. Ага, нет. Ага, вот так. Есть. Давай, давай. Да блин, ну нечестно было, ну последнее. Я. Да, у самолета всего 1 атака всегда. Ты ее никак не переключишь. Не переключишь, неважно. Не выпендривайся. Так, давай, давай. Полетел, полетел. Отлично, пролетел. Да блин, я же уже практически пролетел. Давай, оп, последняя. Давай, оп, успел. 1 хп осталось, плохо. Плохи мои дела, очень плохи. Чё за хрень? Какого хрена, слышишь? Это чё за планета? Что? Смотри, какой саркофаг как раз для тебя. 1, 2, 3, 4 этапы. И это только 2. Ни хрена себе. Обалдеть. Давай вот так вот. Давай. Это что за хрень? Что? Что? Что за коты нахуй? Не понял. Нормально, а чё за кошаки вылетели? Нормально. А чё за такой прикол? Такого не было никогда. Нифига себе. Слышишь, включить вот эти вот пирамиды пока еще не прилетел, нечестно. Давай быстрее, оп. Да блин, ну какого хрена полетело уже это лезвие? Да блин. Он прям знает, куда я пойду, а. Давай, вот так, оп. Нет, промазал. Оп, есть. Сложновато, смотри, охренеть как сложно. Давай следующее. Давай, открывай. Давай вот так вот. Ага. Ага. Нет, глаза мимо. Оп. Повезло. Так, это я надеюсь 2 этап я прошел, да? Как я надеюсь. Что это за лампочку ты сделал, слышишь? Ага, то есть вот эта херня будет просто за мной летать, да? А мне надо... Ты что, меня пародируешь, падла? Опа, нет. Ну смотри, пока я довольно-таки неплохо справляюсь, да? Против этого. Блин, это много хотя бы прошел? Смотри, 3-й почти прошел этап, то есть это вообще легко. Блин, самое сложное это в начале вот здесь, когда... Этот хрен знает, что откроет из сундука, понимаешь? Вот, ну пизда, все, я проиграл. Ну конечно, ну все, и как мне с котами справляться?
Их нельзя обстрелять, видишь, чтобы они сломались. Нет, это не получается. Все, и что мне сделать с ними? Просто уворачиваться, это тоже очень сложно. Куда ты исчез, ах ты падла? Давай, опа, есть. Пробил, 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 давай, пролетим пока. Давай, 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 дальше, есть, отлично. Есть, пробил. Да, блядь. Ой, что ж такое-то? Давай еще разочек. Давай, так, 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 так. Может, котов нельзя стрелять? И они не откроются? Нет, они все равно открываются. Тогда хрен знает. Тогда надо просто очень долго уворачиваться от них. Это очень-очень сложно. Давай. Ну все, жопа. Блин, загнали в угол. Еще один. Да ты гонишь. Да сколько можно, а? Ты видишь, я не осиливаю этих котиков. Зачем ты мне их пускаешь все время? Давай, вот этот вот. Так, давай, давай, давай. Так, 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 давай. Давай, давай. Успел, 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 успел. Давай, давай, давай. Этот есть. Блять, опять чуть-чуть не влетел. Чуть-чуть просто. Еще раз давай. Давай, давай. Давай, 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 давай. Так, промазал опять эти коты. Заколебал, слушай. Запарил просто. Я этих котов ненавижу. В игре этой. Я не могу их пройти, ты видишь? Это просто, да, пиздец. Они откуда-то из-за края карты почему-то начинают появляться. Давай еще разочек. Давай, давай, давай. Вот так. Ага, ну что, не получается? Ага, так, 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 ага. Нет, не получилось. Ага, нет, блядь. Ага, давай, давай, давай. Оп, все, все, не-не-не, не получится. Так, мимо, мимо. И это тоже мимо. Теперь мне надо угадать, где это будет. Вот оно, лицо с самого низа. Так, давай, давай, давай. Так, капец, ну конечно, как же еще? Еще одна попытка вот эту вот херню пройти просто. Блядь, этого дебильного босса. Он атакует хрен знает как вообще у него. Атаки никакой логики не вяжутся. Они просто настолько рандомные, что он даже сам не знает, что он будет сейчас использовать. Ага, да, ага, конечно, да. Падла, скотина. Давай, вот так вот и есть, получилось. Оп, нет, 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 нет. А, ну сверху, сверху, сверху успел. Давай, 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 быстрее, быстрее, есть. Хотя опять эти кинжалы, вот, блядь. Вот как мне лететь, если сверху снизу это колонна, а слева и справа эти кинжалы? А если через облако полететь? А, ну ничего не делает. Все, зачем я тогда уворачивался? Твою мышь. Твою мышь. Не мою мышь, а твою мышь. Нахер вы за мной летаете, а? Блядь, пиздец. Нет, уходите. Ну уходите. Ну вы видите, я вас не могу. Не выношу я этих котов летающих железных. Тупо. Ни разу их не могу пройти. Ни разу их не прошел. Вот, вообще ни разу. Давай, 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 есть. Давай, давай, дальше, 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 есть. Вот это, давай, 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 так, так, есть. Давай, 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 так, 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 так. Ага. Не-не-не, давай, давай, давай. Оп, успел, успел. Так, теперь главное не просрать, не просрать. Главное. Если я проиграю, то вообще обидно будет. Да, блядь, промазал. Так, не-не-не-не-не-не-не. Вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так, есть. Давай, давай, так, 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 пролетел, 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 ага, мимо. Давай, вот так, вот так, вот так, я, вот так, не-не-не, ты меня не сможешь атаковать. Так, ну это еще не конец, сейчас третий этап будет. Ну, давай, 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 давай. Это что было? А, это опять эта марионетка. Да-да-да-да-да, не-не-не-не, пять. Опять, это пиздец. Давай, только не котов, пожалуйста. Ну давай, только не котов. Нормально, сделай что-нибудь. Во, ножи нормальные, да-да-да. Только... Опа, опа, опа. Опа, опа, не особо. Ты честно сделал, конечно, ножи вместе с лицом. Ну ладно, давай хотя бы так. Это лучше, чем эти коты все равно. Серьезно? Как он сейчас мог попасть? Давай. Да пиздец вообще. Ну, конечно. Ну да, да, да. Давай, вот так вот. Ага. Угу. Конечно. Давай, вот так вот. О, опять одно хпшку у меня остается на этого босса дебильного. После прохождения его мини-испытаний. Так, давай, вот так еще. Все, я надеюсь, я его вот так вот снял довольно-таки сильно. Хпшка, блядь.
Смотри, какой саркофаг как раз для тебя. Заколебал уже, я не могу. Давай еще разочек, давай. Да-да-да. Попробуй вот так вот меня вынести, давай. Ага, ага. Что, не получается, да? Это нечестно ножи одновременно использовать, пока один делает... Блядь, я опять проиграл. Ой, да конечно, да-да-да. Хорошо, еще раз пытаюсь его победить, давай. Да-да, я же тебя стреляю с такой скоростью. Так, нож первый, нож второй, ага. Ну нечестно делать маску одновременно с этими ножами, а. Нет, куда ты еще розовый, нет. Все, нет-нет-нет, пошел вон, есть. Мимо, промазал, все. Так, отлично, пробиваю эти стены. Не-не-не, лезвие. Оп, есть, обошел. Первый обошел. Второй, давай-давай-давай. Есть. Фух, чуть опять не врезался в нож. Так, давай-давай, есть. Есть, если давай, так, так, давай-давай. Успел. Но тут надо сверху надо, есть. Получилось. Так, отлично. Теперь опять этот саркофаг, ну давай. Так, есть, получилось. Давай, на-на-на, клац. Давай-давай, вот так, клац. Только один был, ну ладно, хотя бы так. На-на-на-на-на, клац. Все, я тебя должен уничтожить, наконец-то. Какие у меня до сих пор 3 хпшка, сейчас у меня все шансы выиграть его. Главное с этой марионеткой не просрать. Да-да-да, ага. Давай, гений, блин. Попробуй меня вот так вот пройти, ага. Ты думаешь, если я тебя могу уничтожить, я себя не смогу уничтожить, да? Давай, ага, ага, вот так вот. Все, давай, боковое зрение, слышал, кто такое? Давай. А вот твоя шляпа меня напрягает, можешь ее убрать, пожалуйста? Мы с тобой и так один на один играем. Куда твоя шляпа еще летает? Заколебала. О, получилось, отлично. Шляпу свою забери. Это что такое вообще? Это что такое? Что они должны делать? Это что за масоны уже? Это что? А, все? Это он вообще изичный босс, смотри. 3 хпшки сохранил даже, пока его прошел. Единственное, что вначале меня коты эти его заколебали вообще, я не могу. Ну это 3 из 3, ты шо? 3 из 3, ну это 0 из 3 и 6 из 3. Парирование, я так понимаю, это вот эти красные, когда ты на них натыкаешься, надо взять пробел, но это так неудобно и так рискованно, и так хреново. Я пока не разобрался, как с этим делать. Ну ладно, отлично. Ну тогда давай на... Опа, джин великолепный. Хорошо, давай. Все, на этом все, давай напиши любой комментарий, поставь лайк, подпишись на канал, скоро увидимся.